Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать прятаться друг от друга, да. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга прятки. Только благодаря вам и только вам мы снимаем эту рубрику. Да, ребята, поэтому ставьте огромнейшие пальцы вверх прямо сейчас на этот видос. Как обычно, чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить, тоже как обычно. Да? Да, да, вперед, погнали, ура! Беги! Не оглядывайся, Жека, беги, беги, давай! Да! Давай. В общем, ребят, добро пожаловать на мою карту. Она странная, честно. Я вам сразу скажу то, что я ее построил тогда, когда я очень, прям очень хотел кушать. Но я не мог, потому что я строил карту. И что с этого получилось? У нас тут есть хот-дог. Хот-дог, да. Гамбургер. Тут стаканчик с водой. Тут у нас какой-то супчик. Тут еще один гамбургер. Там у нас куриные крылышки. Тут у нас пицца. Тут у нас суши. Тут у нас рис. Тут у нас кусочек арбуза. Ребят, я честно, я очень жрать хотел. Очень. Поэтому надеюсь, что Жека сможет меня найти в этом мире мечты, потому что все мы любим еду, да? Кстати, напишите, ребят, в комментариях, что вы больше всего любите хавать. Да, я, наверное, все же пиццу или что-то типа того. Да, поэтому, ребят, напишите, а мы пока сгоняем к Жеке, попробуем его найти как можно быстрее, надеюсь, то, что в этой серии Майн не залагает, то, что я его не смогу найти за 20 секунд, как обычно, а то, что я его прилично поищу, так же, как и он меня. Поэтому, ребята, погнали и сразу же вернемся на мою карту. Эдисон, я уже спрятался, заходи, проходи на мою карту. Так, а что у тебя тут такое? Рабочее место, да, как я понял? Да, это мое рабочее место, ну или не мое, неважно. Вот, Эдисон, а чё? Ищи меня. Почему не твое? Твое. Нет, это не мое, на мое не похоже. Ты только посмотри на свой замечательный компьютер. Я тут так все вырабатывал, все детали. Нифига, что это за игра? Это Майнкрафт, Жека? Это 2D Майнкрафт, это 2D Майнкрафт. Фига, да, хорошо. Так, это мышка, да? Мышка. Ты там посмотри, там можно много куда залезть и там да? Прочекать. Можно? Да. Думаешь, да, там... можно? Ну вот, думаю, да. Давай. Да я вот просто смотрю тут. Ну хорошо. Да я вот тут смотрю, не скажу, куда я смотрю. Хорошо. Я сразу хорошо, под стол. Я под стол, Жека, под стол. Хорошо, давай. Ты под столом, я под столом, Жека. Что это тебя так рассмешило? Что это под столом? Кто меня убил? Алло! А, не знаю, вообще какой-то это. Андерн. А в смысле, я даже ничего не делал, Жека. Кто меня убил? А, туда же в стол, да, можно залезть, даже в стол. Да что, он не бьется, паскуда! Так, ладно. Я не знаю, что там у тебя творится, NPC какие-то там сами друг друга убивают. Что такое? Что такое? Рассказывай, я не знаю. Наставил тут чешуйниц. Наставил чешуйниц тут. Чешуйниц. Ползу. Смотри, поползли. Отползет, еще одна ползет. Ну давай. Да все, Жека, если будешь чешуйницей, я тебя зарежу, честное слово. Почему ты меня зарежешь? Вот просто так. На, паскуда, на. То есть я не могу теперь быть чешуйницей? Нет. Не можешь, нет, Жека, нельзя тебе быть. То есть я вот хоть кем могу быть, а чешуйницей не могу быть? Да. Ну ладно, хорошо. В этой серии нельзя. Вот так вот. Я понял, да. Понял? Ты меня понял? Ну вот, смотри. Ползет он там, смотри на него, ползет. Ага. Паскуда. Что интересно нашел, если надо рассказывай. Да не скажу. Я как бы и так вижу, можешь как бы не рассказывать. Ну что, давай. Не могу. Эх, не можешь. Две половину НПСов бить не могу. Все, Жека, ты доигралась. Так, ну давай, убей меня. Сейчас все будет. Копни меня. Там ловушка, я не хочу туда прыгать. Какая ловушка? Да вот, если я туда упаду, то я не смогу туда выбраться, поэтому все. Не буду я туда идти и пошел в сраку уже. Так, хорошо. Мне тут весело, да, очень весело. Весело? Лежу, валяюсь, как бы, не отдыхаю, мне нормально. А, то есть ты лежишь, валяешься, да, значит? Да. На брюхе валяюсь. На брюхе он валяется, да? Да. На своем волосатом брюхе. Да, все, так. Там еще и на монитор можно залезть, да? Может быть. Может, нельзя, здесь. Не знаю. Ну ты смотри, как бы. Нет, ты подожди, ты мне правду говори, можно или нет? Конечно, нельзя.
Что за обман? Нельзя так, Жека, нельзя. А может, я вообще зомби? Ты не подумал? Я уже бил его, так что не надо меня тут разводить. Понял? Ты просто не бил, а я как бы очень сильный. Ага, да, да. Это большой как бы. Да. У меня вообще-то вот ник, если не знал, у меня Мейбл ник, видишь? Да? Да, ты посмотри в чате, кто тебя бывал. Мейбл постоянно тебя грохнул. А, не, я не хотел, ну честно, я не хотел, почему он меня бьёт? Мейбл опасный. Подожди, ты говоришь, ты не на улице. А я на улице как бы. Возможно, уже на улице. А, ну охренеть. Если просто уже глаза разудим. Падал! Не, ну прикольно, ты как бы мудишь, да? Жека, ты... Я просто колебался сидеть, а тебе чё шутится, я решил погулять. Отстань от меня! Свободу чешуйницам, дискриминация! Я всех бил, я говорю, всех! Я на начале серии сказал то, что не можешь быть чешуйницей, алло! Я на начале серии уже был. А все, я сказал, ты не можешь быть, вот такие я правила. Ты проигрался, я понял, ты проигрался. Почему? Ты сам вылез, я как бы не сдавался. А? Ну ладно, короче, ты просто настолько нубаешь, что мне надоело сидеть. А, да, хорошо. Я решил погулять. Хорошо, так уж и быть, да. Ну что, Эдисон, как бы... Ну что? Опачки, это что у тебя тут? Слушай, как раз голодный. Два, там у меня курочка есть с тобой, я пицца, арбуз, два бургера. Не один, а два. Да? Два. Слушай, а почему тут у ведьмы на башке кувшин? Просто так мне захотелось, все. Ладно, хорошо. Так, это что у нас такое-то? Оранжевое, серое? Что-то на досочке лежит, что-то непонятно. Это суши. А, это суши, всё. Да, это суши. Че, ты не любишь суши, Жека? Так, подожди, а что это такое в белой тарелке? Какие-то... Это курочка. Это курочка с кетчупом. А, все, понял. Песок с ростовным, это у нас курица с кетчупом. Ну да. А как ты хочешь, чтобы я в Майнкрафте сделал курочку, а? Огромные ножки, а? Как? Глина коричневая и белые блоки обычно делают. Ну, а у меня вот так. У меня просто не банальная курочка. Да. Я понял. Так, Эдисон, я не знаю, где ты. Тут просто только NPC, как бы я могу каждого бить, но это будет не особо интересно. Ну, ты мне вообще посрать. Просто посрать, честно. Ладно, я залезу на бургер. Слушай, прям как это. Да. Это прям Black Star бургер, да? Это прям, да, Black Star. Ууу, а почему Black Star бургер какие-то катакомбы? А вот потому что... Да, там много всего. Эдисон, это не честно, что у тебя... В смысле? У тебя Black Star бургер и какие-то катакомбы. Там не только Black Star, там везде катакомбы. В каждом блюде есть свои катакомбы, Жек. Вот так я тебе скажу. Да? Да, в каждом блюде. Но они как бы все соединены между собой, соединены. Ай-ё, мадафака. А вот так вот. Ты что, английский знаешь? Да, я вообще английский мастер. А ну, давай, затащи что-то, давай. Только не capital, давай. I'm good blogger Minecraft. Блогер, да? Good blogger. Хорошо. Good blogger. Так, Эдисон, ты вот, как бы вот эти вот катакомбы, да? Ну. Это вот, я не понял, это что такое? Я не... В смысле, не понял, что такое? Это катакомбы, это просто... А чё, а где тут логика должна быть? Не знаю, как-то вот еда, а то потом баха катакомбы. Ну просто как бы. Все, вот так вот. Я заколебался, я уже сам запутался в этих катакомбах. Ну значит, меня там нету, ищи на улице. А может есть? Я уверен, что ты в этих катакомбах. Ты, ну, хорошо. Ты вот любишь такие лабиринты строить, я знаю. Ну хорошо, Жека. Так уж и быть. У тебя капец какая большая карта. Ничего она небольшая, Жека. Она очень даже маленькая. Вижу. Стоит себе там на стакане. Стоит, смотрите, он на стакане стоит. Опа, прыгнул куда-то. Эдисон, я не понимаю, я не понимаю, серьезно, это капец. А что такое? Я даже не знаю, где тебя искать. Что непонятно? Ты точно не вот этот NPC на пицце, потому что они какие-то все слишком NPC-шные. Да, NPC, просто может у тебя искусственный интеллект барахлит немного сегодня, Жека. А? Как думаешь? Лохопуд. Как думаешь? Ну. Если ты в этих катакомбах... Я не в катакомбах, нет, я даю тебе подсказку, я не там, я на улице. Хорошо, и ты не в лаве, да? Я на улице, Жека. Ты не в лаве, да?
Я на улице. Давай, ищи меня, ищи. Ой! Ай, паскуда. Ах ты собака, собака! Давай, чтобы я 500 раз в лаву не прыгал. Я не в лаве, я не в лаве, я на улице. Хорошо. Ну как бы там еще стаканчик, ну хорошо, ничего. Стаканчик я видел, это... Что стаканчик? А, ну в стаканчиках это комбы. Тут два стаканчика. Да? Да, стаканчик, подожди, мне нужно вылезти из блока. Обычный, есть с кока-колой. А, с кока-колой, с кока-колой, с кока-колой. Я потанцую, потанцую. Ну. Я просто подрыгу. Я сижу, я тебе дам подсказку, я сижу. Я не стою, я просто сижу. Ты что-то ты какой-то это... Я странный какой-то, да, Жека? Думаешь, я странный, да? Так, курицы бешеные. Ничего там нету бешеного. Ничего нету бешеного. Ничего. Я просто... Так, ладно. Что ты там такое делаешь? Я ничего понять. Ну так стоп. Надо проверить все верхушки. Верхушки надо все проверить. Если ты мог произойдет на верхушке. Хорошо, хорошо. Хорошо! Так уж и быть. Так, у тебя реально интересная карта. Я вот просто даже не могу понять, куда. Раз ты не в катакомбах, раз ты не в лаве. Ну. Значит, ты скорее всего NPC. Не, ну хотя. Подожди, ты можешь. Стоп, если ты прыгаешь там и сидишь, то вряд ли ты броня. Да. А может, я просто бегающая броня, не знаю. А, ты просто бегающая броня? Понятно, это что вообще? Может, я просто бегающая и прыгающая в броня же, как кто его знает? Ну я же не могу быть настолько слепым, чтобы не увидеть тебя на улице, если ты бегающая и прыгающая броня. Ну не прям бегающая и прыгающая, но перебегающая хотя бы, танцующая немного. Да? Да. Ну. Уже ночь наступает, подожди, нужно сделать. Ничего, день. Ничего не нужно, нет, нечестно так. Что-то я тут заметил такое. Что-то я тут такое. Значит, вечно! Ты туда падла! Ах, ты ж говно, ты ботинки! Я ботинки, да? Я привык, что все NPC это нагрудник. А ну вот, видишь, а я тебя надурил. Я специально подпрыгнул, ты меня как раз в тот момент заметил, да? Да, ну я что-то видел, что там что-то шевелится красный. Ну вот, тут меня уже искал, у меня прям уже зелье Жека заканчивалось, поэтому. На тебе это. Знаешь, что подарил? Ну, что это такое? Это кетчуп. А вот это листья салата. Это салата, да. Хорошо, такую любовь. Ой. Ну что? Шо, давай ты говори. Я? Ну хорошо. Да. Ребят, пишите, что вы любите жрать. Жека, ты что любишь жрать с моей карты? Ну, бургеры. Бургеры. Напишите, ребята, что вы любите. И также ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на вот этот видос, если хотите больше пряток, больше троллинга и вообще больше видосов. И не забывайте наши каналы подписываться, потому что мы для вас видео снимаем каждый день. Каждый день мы с Алисом стараемся и снимаем для вас видео, так что поставьте лайк. Естественно! Поэтому, ребята, огромное спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.